как предавали вы члены вашей в рабыне чистоте и беззаконию, так ныне, ставши члены ваши в рабы праведности на дела святые. Как так? Сравнение. Апостол Павел — это величайший учитель, просветитель нации, народов, корифей мысли, философ, психолог. Все, что есть в мире, все в нем совместилось, говорит Иоанн Златоуст. Мученик – это высшая стадия христианина, вошедший ко Христу. Он мученик. Исповедник, он сидел в тюрьме и возвращался живым. Ты хочешь сказать, есть дар Божий, говорили на языках, он говорит, более всех говорю на языках. И более всех разумеет. Врачевать более всех врачует. Проповеди, больше половины книг Нового Завета принадлежит ему, 14 из 27. И только в одном месте он снизошел к тому, чтобы учить людей от обратного. Из опыта прежней греховной жизни, чтобы люди научились извлекать полезное. Я только сейчас закончил еще раз исследование это и нашел, нигде в Библии подобного нет. Ни разу. После этого повторяет и широко развертывает Иоанн Златоуст. Многие писания не знают. Не знают про великих людей мира, про подвижников, ученых, исследователей, таких как Луи Пастер, который тысячи, сотни тысяч людей спас, который дал вакцину от бешенства. И он ее испытывал на себе, фактически. Ученые многие, изобретая новые лекарства, подвергаются смертельному риску, на себе испытывая лекарства. Он ртом вытягивал от бешеной собаки слюну. Вообразить невозможно. А лекарства-то не было еще. Вакцина-то не была изобретена. И апостол Павел говорит, вот как вы, когда умели грешить, а ведь умели же грешить-то, и никто не учил. Вспомните, какие гуляночки были. А что гулянку-то сотворить-то? Ведь надо поработать, людей-то пригласить. В грязь лицом не ударить, да чтобы не хуже, чем у соседа получилось. А что плясать? Да не по последней. Да людям дать на пасашок, когда пойдут, а чтобы не хромать налево, направо. А третий выпить, Бог Троицу любит. Вспомните все. А вот теперь все-то это перемените на божественное. Как отдавали свои члены тела в рабы нечистоте, греху? Нигде в Библии больше этого нет. Но слово «как», «так» и сравнение «как там было» в Библии встречается 1013 раз. Такие данные не мог дать ни один святой отец. Мне помогает эта компьютерная техника. Библия, библейская в компьютерной версии, она находит в течение нескольких секунд все данные. Тот, кто изобретал компьютер, он никогда, видимо, не догадывался, что мы так им воспользуемся. Кто же такие люди, которые дали пример Павлу, чтобы из прежнего образа жизни извлечь пользу для нынешнего? Я бы до этого не дошел никогда. А Иоанн Златоуст говорит так, вот посмотрите, земля, на которой ничто не растет, пройдите, там у нас есть солончаки, голая, как кость, белеет, разносится соленая пыль, там ничего не растет, редко какая пылинка, а если распахать, вообще ничего не будет. А вот крапива растет, крапива — это признак плодородности земли, потеряете много крапивы, это означает, если здесь работать с умом, тут много добра можно нажить. Это очень перспективное место, потому что здесь растет крапива. Приехали с края комиссия, земельный комитет, и он первым делом говорит, да у вас же крапива растет. Я говорю, что да вы что, это золото. Я не говорю о крапиве, а что под крапивой. Ну и, конечно, пример апостола Павла. Он говорит, я был более ревностен всех моих товарищей. Ну, все знают, должности от такого часа до такого побыл и домой. Нет, а он выискивал, где собираются христиане.
расследовал, хватал, тащил. Его никто не принуждал к этому. Но и потом, когда он обратится, будет здоров, будет работать. Если человек, будучи неверующим, ни рыба, ни мясо, ни свечка, ни кочерга, то и обратиться к Богу от него многого не дождешься. Вот я замечаю, у меня детский лагерь. Есть активные ребятишки, активные на изобретение зла. На добром ни одного пока нет. Но только начинаешь с ним работать, что-то показываешь, деятельность какой-то, на добро, он сразу переходит на несколько ступеней на добро, очень быстро. Он растет прям злодей, видно, разбойник растет, ваши деревенские дети. Но несколько дней пробыли, он устав ухватывает, он уже других начинает опережать, быстро работает. Как так и успеете перехватить инициативу у дьявола? Вот Моисей воспитывается в доме фараона. Мы не знаем, какова его жизнь, но ревность его показывается при первом посещении народа Израиля. Что он увидел? Египтянин бьет евреев. Хотя сам он наследник престола, а охранник, надсмотрщик охраняет устои государства, он мгновенно вступился на защиту его, да мало того отнял, убил. Убил и тут же зарыл его. В дальнейшем он будет погребать тысячи в земле, живьем Бардабана Лерона Корея отправит. Он будет перед фараоном рисковать жизнью и выведить ревность в нем кипела. Его брат Аарон, священник, мы не знаем, какой он был. Ни одного случая не описывает Библия, какой он был до того времени, как вышел на народ. И дальше он тянется, и не поймешь, он верующий или неверующий. Моисей на гору ушел, а он успел это время золотого тельца вылить. Ведь Аарон вылил. Аарон вел в грех, и Бог ему это напомнил, когда пришло время расставаться с жизнью. Вот как так и взять за основу? В сегодняшнем тексте Священного Писания говорится об этом. Я подумал, а женщину, например, можно где-то взять? Мария Магдалина. Мы тоже не знаем ее прошлую жизнь. Как она работала, какие заведения обслуживала, но жизнь ее была греховная, это однозначно. Ибо Господь изгнал из нее семь духов злых. Никто не знает, что это семь демонов было в ней, или семь страшных смертных грехов. Пастернак пишет то, что она обслуживала римских солдат, ну, кто как понимает, поэты они выдумывают многое. Но, во всяком случае, она в дальнейшем дошла до императора, как гласит предание ее житие. Она всюду свидетельствовала, она говорила, она искала. Еще пример Светланы Фатина, самаринки, у колодца. Как она мгновенно тело переменила. У нас же женщина второй раз выходит замуж, и то уже смотрит на нее, она второй раз вышла замуж. А у этой пять мужей было, она активная была в грехе. Но и обратилась она, пошла, она свидетельствовала всюду, и сын ее Виктор, воин, обратился. И что, может быть, кто-то засомневается, но в житии написано так, что и она погибнет в колодце, ее бросят туда. Вот как ты сам в прежней жизни своей ревностный был, у тебя легко заводились связи с безбожниками, ты любишь торговать, кого неверующих не увидишь, у тебя уже улыбка на лице. Примени это все в деле Божьем. Научись с верующими легко входить в контакт, проповедовать, свидетельствовать. Ну ты знаешь, это тоже талант. Другой он замкнутый, к нему не подойдешь. Более раскрепощенные, открытые, это милиция, врачи, журналисты, которые со всеми людьми общаются. Вот когда из них обращается человек, он делается ревностным. У меня знакомый был один. Когда меня арестовали, то подполковник сидел и говорил, вот, нашел у меня о нем написано, об одном человеке, как он в моем доме обратился, а он 7 лет работал следователем КГБ, какого человека у нас увели и погубили. А он теперь священник, тот из КГБ, он ревностный. Я на практике могу показать, люди, которые были там ревностные, в сектантах, и обращаются сюда, они и здесь ревностные. Они пишут книги, они свидетельствуют. Такие были вот погибший Григорий, бывший Геннадий Яковлев, отец Геннадий Пас. Как такие? Они все знания свои тамошние применили здесь, против сектантов. Я подумал о большей древности там, в
в начале христианства, были ли такие? Мне всегда очень жаль Магомета, основателя мусульманства. Он был очень ревностный. Кто считал Коран, тот подтвердит это. Но они Корана-то не знают. Там нет того, что убивать и прочее. Это все придумали. А ведь он мог быть христианином. Он весь Восток мог обратить, если бы монахи не прятались по монастырям. Если бы его достигла весть. Он боролся против многобожия, а это было в основе христианства. Почему нигде у нас о христианах-то правильно не говорится? А какие-то у него обрывочные сведения о Христе, о Марии, там Марьямна ее зовет. Упустили. Нам нужно видеть этих людей. Могу сказать, что если человек занимает должность и не боится других, как Иосиф Аримафейский, то когда он обращается, он делается ревностным, он идет к Пилату, просит тело Иисуса. Когда я в 80-м году сидел здесь в местной тюрьме, меня неоднократно вызывал Александр, начальник тюрьмы, полковник. И все расспрашивал, а как это вечно? А вот умрет человек, а как это воскресенье, а как на это смотрите? И мы после, он ушел на пенсию, поддерживали связь. И жена его говорит, что он исповедовался и умер, как христианин. У него исключительное было ко мне доброе отношение. Мы перезванивали, поздравляли с праздником друг друга. Я не знаю, какую роль сыграли мои слова, но я точно знаю, что когда апостол Павел свидетельствовал о Христе и обратился стражник Степан, где сидел он будто, это стражник был ревность, ему было дано приказание сохранить этих узников, а он их заковал в колоды и во внутренние темницы, это ШИЗО, в тюрьме там еще особая локалка есть. То есть он был очень ревностным в исполнении законов правительством. Но когда он обратился, дом его сделался пристанищем для узников, для проповедников. И апостол Павел упоминает его, я его крестил. Больше не знаю, кого крестил. Дом Стефана. Мы находим в Священном Писании это слово, и оно больше нигде не повторяется. Как, так и, каким был грешен ты, будь не худшим в христианстве. Но это принял Киприан Карфагенский. Это был не просто колдун. Ну, потому что одни колдуют на севере по-своему, на юге шаманят по-своему, цыгане знают свои какие-то. Этот все исследовал. Он узнал, в Индии факиры могут заговаривать змей, сразу едет туда. В Египте своя мудрость у чародеев, он едет, кончает. В другом месте говорят, на Цейлоне там киллеры лечат, он пошел, там все узнал. У него около 20 лет ушло на исследование бесовской темной силы. Но когда он обратился к Богу, вот здесь он показал всю ревность о чистоте церкви. И будет мучеником за Христа. Я его как раз отношу к тем людям, которые на практике показали, что прежняя ревность угнетенного духа, они ее в радости спасенной души вознесли до Бога. Был такой Моисей Мурин, разбойник, о котором я вчера говорил. Он был очень ревностный во зле, но и когда обратился, он поразил целую пустыню. Он день и ночь трудился, неимоверную свою силу богатырскую он применил на служение отшельникам. Он другого не знал. Думаю, что если бы его монахи не заразили этим монашеским учением, не поразили, он совершил бы величайшие поступки проповеди в мире, обратил бы многих разбойников. У него доступ был. Бывший наркоман, работая среди наркоманов, приносит огромную пользу. Он говорит, вот как я утонул, этот первый укол, как я из кайфа выходил, как я не мог, как ко Христу обратился. Он знает, что это такое. Пьяница, работающий среди пьяниц, имеет успех. И он говорит, никакие тебе травы, запарки, вшивания не помогут. Вот как ты пил, так плачь. Пожертвуй все, посчитай, сколько ты туда отдавал. Эти деньги тебе не принадлежат. Сверх десятины отложи все, что ты пропивал. До единой копейки. Так служи теперь добру. Как вы собирали ревностно на гулянку, а после того надо убирать, сколько еще, они тут переблюют все. Вот так, обратите все на дела праведные. Собирайте людей у себя дома, занимайте. Да у вас чистый пол останется. Комната осветится, как говорят, намаленная. А мы скажем, на проповеданное.
характер Ефрема Сирина был вспыльчивый, невоздержанный. Благо Богу, что сохранила эта история. Сегодня бы, если писали жития его, этого бы не было известно. Вот новые люди, которые сейчас есть, хотят канонизировать. Ян Крестьянкин, Николай на острове Залит, которые... Ну и уже нашлись жидописатели, которые были с ними, написали какую-то иродию Матрону и отдают комиссии, которая проверяет, как написано житие, и вернули на доработку. Почему? У вас слишком много говорится о том, что она обличала священников. Это не пойдет. То есть это стилизация житий, подгонка. Она обличала, так и говорит. Святой, теперь уже святой, встал днем и говорит, он приходил, он говорит, приходил один тот, тебя искал. А что ж ты меня не разбудил? Но я сказал, что ты молишься. Да ты же знал, что я сплю. Ну как же так, святой, да днем спит. Это, как же подумается. Если я сплю, говори, сплю. Ушел в туалет, говори, что я в туалете. Зачем мне твоя прикраска? Это ложь. У нас всюду ложь. Мы даже не замечаем лжом. Однажды решили проверить. Вот давай я тебе поставлю магнитофон, ну, к матери прицепили на подол, то ребенок около 400 вопросов задает в день. А человек взрослый около 400 раз лжет в день. Неправду говорит. Притом неправду он не задумывается, что это неправда. Говорит, не проверяя фактов. Но мы их ходы посчитаем. Да, мы посчитаем. Да ведь лжем, мы их не посчитаем. Посчитать икону надо подражать тому, кто там изображен. Разобрать его биографию. Икону использовать можно на полную мощь. Это для людей неграмотных проповедь в красках. А у нас икону на полную мощь используют только две семьи ласточек. Уже тут на полную мощь. Тут они детей выводят. Посмотрите, на Тайной вечере у них гнездо. На Тайной вечере получена была жизнь. Это жизнь, говорит, даю вам. Так эту жизнь получают ласточки, а не мы. Рядом крещение. Ну что за икона? Стоит на берегу Иоанн Креститель. Ну, как вы можете его крестить? Не рисует, еще из раковины поливает. Поэтому у нее самое правильное использование, как используют ласточки. Они действительно там рождают. Заново. Вот я посмотрел и подумал, и извлек для себя вывод, что у ласточек мы можем многому поучиться. Таким был Иоанн Златоуст. Я не закончил о характере Ефрема, он был вспыльчивый. Потом характер этот он свой сумел победить. И вот ревность о деле Божьем, борьба с еретиками, у него встала в полную силу. И он показал это всей своей жизнью, ревность. Я зато был адвокатом. Теперь он стал ходатайствовать за бедных. Его биография мне очень и очень близка. Что заставляло его обличать царицу Евдоксию? Всего ничего, недалеко от храма она поставила свою статую. И перед ней веселились. А он только что прибыл из ссылки. И он опять беснуется Иродиада. Требует главы Иоанна. И он Иоанн, Иоанн Креститель Иоанн. И тут же шпики сразу донесли. И это будет последняя окончательная смертельная ссылка. На последний смертельный круг он зашел. Зачем ему это нужно было? Его обвиняли в том, что он не одевается ни в праздничную одежду, ну в чем угодно. И обвиняли в блуде. А какие доказательства? Доказательств у меня нет, просто разденьте и посмотрите на меня. Вот и все. Он показал максимум ревности о защите бедных. Ему говорили, да коли ты будешь нападать на богатых? Он говорит, до тех пор, пока вы не перестанете угнетать бедных. Он оговорил одно и то же, пока не добивался успеха. Я не перестану напоминать вам, что Слово Божие в России утеряно было. Слово Божие не утеряно было, не дошло. Даже более того. Евангелист Матфей передает нам слова Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 13:52. «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Что у тебя там было по профессии? Просто посмотри. Теперь используй сюда. В христианстве. У тебя музыкальный слух. Ты, может, училище какое-то закончил. Поешь. Но те рулады, которые ты там выводил, там, они хороши были. Ты за это мог получать деньги. Но в христианстве требуется другое, более благоговейное. Не писклявое.
Ну ты спроси людей, вам скажи, нравится мое пение? Я пою как? Ладно, прославляю Бога. Или может вы только терпите меня? Я знаю, что певцы, певички, они очень обидчивые, нервные. Как только сказал, что пение твое не настраивает на молитвенное состояние, а я и петь не буду сразу, они не улучшаются. А обида говорит как раз, что ты не проникся духом христианства. Обида-то не христианское дело. Проверяйте себя маленько. Я не спрашиваю вас, как моя проповедь нравится. Мне нельзя этого делать, спрашивать. И когда люди подходят и говорят, ну ты сегодня сказал. Этого говорить нельзя. Когда мы подошли, брат говорит, как ты сегодня сказал? Вот понимаешь, как вот кто-то хорошо. Он говорит, а ты уже не первым подошел. Когда я проповедовал, ко мне он, тот, уже подошел и сказал. То есть падший херувим. Он уже меня похвалил, когда я еще проповедовал. Ты это второй. После него подошел. Тебя коснулось, ты поблагодари Бога. Проповедники очень тщеславны. Легко подходит дьявол. Поэтому надо беречь и песок, и всех, кто служит здесь. Не похвалить, а найди изъян. И подойди и скажи, а ты мог вот это сказать? Почему ты вот здесь не обличил? Вот это полезно. То есть проповедников, певцов нужно непрерывно чистить, улучшать. Пророк Исаия, 53 глава, 11 стих, называет, вот раб мой, праведник Иисуса Христа. Слово раб – это не унижение. И вдруг апостол Павел слово раб, раб греха, применил слово раб праведности. То есть из одного рабства мы переходим в другое. Евангелист Иоанн, 8 глава, 34 стих. Всякий делающий грех есть раб греха. Раб греха. Что мы здесь находим? Послание это написано было к римлянам. Очевидно, был грех. Я пересчитал вчера несколько раз, сегодня, Господи, дай мне понять всю глубину Писания. Толкователи ничего здесь не говорят. Да, действительно, это была печаль. Как передавали вы рабы, в рабы нечистоте свои члены тела. Члены тела, язык, уши, чрево. А как чрево? Я там любил пить. А здесь не ешь, постись. У христиан наоборот все. Если человек готовится куда-то, говорит, ну... Присядем перед дорожкой, посидим перед дорогой. Отправляется, дальше нам долго ехать, давайте пораньше, позавтракаем часов в 5. Потому что нам сила нужна. А у верующих наоборот. Если ты готовишься к битве, перед битвой не ешь. Меня когда вывозили в суд 2 недели, я никогда не завтракал и до вечера оставался без обеда. И не пил. У христиан наоборот. Не присядем, силы наберемся, а встанем и помолимся. У нас все наоборот. Евангелист Матфея, 26 глава, 41 стих говорит слова Христа. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть немощна. И Галатам 4:13. Я в немощи плоти был у вас. В немощи плоти проповедовал вам. То есть плоть признана немощной. И оживотворить ее, даровать силу может только дух. И вот я посмотрел слово «раб». В Библии встречается 1396 раз. А слово «раб праведности» один раз. Это надо же было, 1395 раз до этого сказано, апостол Павел перевернул, он искал новые способы людей поднять. Ну, указывать на примеры не понимают, на себя показать, а что ты восхваляешься? Он говорит, я могу показать, что больше всех потрудился. Вот хвостун. Тогда он говорит, ну ты на себя посмотри, вот как ты там мог делать, переверни это все на божественное. Слово «праведность» встречается 448. Ну, кто знает прогрессии, одно на другое не умножать, надо из этого брать. Речь идет о миллионах сочетаний слов этих. И он, ни разу не встречаемое, перевернул на одно и победил все. Все эти сочленения показывали на рабство греху. Рабство праведности нигде не провозглашалось. Надо быть рабом. Раб всегда делает то, что заповедует ему господин. Иначе он будет бит. Он нарушает устав хозяина. Раны у него будут незаживающие. По ранам завтра будет еще больнее бить. Апостол Павел перевернул. Вот так мы должны быть зависимые от Духа Святого на дела праведные. Я вам постоянно говорю, свидетельствуйте другим о Боге. Премудрый Соломон, премудрости... Пишет, 1 глава, 4 стих. В лукавую душу не войдет премудрость. Надо быть искренним, не лукавым.
и не будет обитать в теле в черном греху. Я считаю, слушай, памяти нет, показывает на голову. Я вот не туда показываешь, пониже возьми. Здесь смирения нет. Я знаю, знал людей, не умеющих читать, научившихся 60 лет только читать по складам. И у меня на суде была только одна душа, которая сказала, я все прослушал, что он начитал. И она как раз была малограмотная. Царство Небесное, раба Божия Антонина. И к ней обращались за советом. Она советом могла поднять любого человека. К ней приезжали спрашивать, юноша и девушка, мать благословила, священник благословил, в другой области съездите к тете Тоне. Ко мне посылают их. Они друг другу подходят, нет, как у них жизнь будет. Ну я посмотрел, я говорю, они совершенно разные. Но я не сказал ничего. Только пришли, она говорит, идите обратно. Скорее к родителям, мы чтобы больше никогда не встречались. Так все и получилось. Она вышла до другого замуж, стала женой священника. А он никакой, с улицы. Премудрый Сираж 23.10 говорит так. Ибо как раб постоянно подвергается наказанию и не избавится от ран, так и клянущийся непрестанно именем святого не спасется от греха. Я подумал, а как к нам это относится? Это к исповеди. Мы ходим на исповедь, каемся, и как пес на блевотину возвращается, говорит, на свой грех, и как вымытая свинья идет валяться в грехи. Это обман. У нас да, да, нет, нет. Покаяние предполагает отвержение греха, а не то, что ну пришло время, пост я исповедуюсь, а завтра опять буду делать. Но если ты одной рукой кирпич ложь, а другой у стенки, со стенки сталкиваешь, то что ты много построишь? Итак. Исследуем сами себя. И если не было никакой ревности, попросим ее. Бог силен и совершенно немощный. Совершенно ни к чему не пригодны сделать сосудами добрыми для служения в доме Господнем. Аминь.